Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон ZTE Xon 9 Pro, и сейчас я вам покажу, как на этом телефоне сделать следующее, а именно как на этом телефоне добавить свой отпечаток пальца. Итак, для того чтобы это сделать, вначале нужно перейти в приложение «Настройки», затем спуститься вниз до пункта «Защита и местоположение», после чего выбираем здесь вот такой пункт «Отпечатки пальцев». Затем нажимаем «Отпечатки пальцев» и выбираем, какой у нас будет тип блокировки. Либо будет отпечатки пальцев и графический ключ, пин-код, либо пароль. Итак, выбираем. Давайте я, например, выберу пин-код. Нажимаю «Да». Нужно вписать пин-код любой, какой будет вместе в паре со сканером. Я выберу 4-0, чтобы не забыть. Показывать уведомление полностью. Не зарегистрированных отпечатков. Нажимаем «Добавить позже». И теперь нажимаем «Добавить отпечаток». Вот здесь вот. Зарегистрировать отпечаток пальца. Итак, смотрите, сзади у вас есть такая фишечка, кнопочка. Вот. Это и есть сканер отпечатка пальца. Итак, берете и дотрагиваетесь до него указательным пальцем. Ну, потому что вы держать будете телефон всегда так, и небольшим же пальцем вы будете разблокировать его, правильно? А указательным. Нажимаете. О, видите, он немного сфоткал кусочек пальца. И каждый раз палец прилаживать только немного по-другому. Всегда немножечко меняю. Вот потом по краям. Не забудьте края тоже сфотографировать своего пальца. Вот, поздравляем. Отпечаток пальца успешно зарегистрирован. Нажимаем ОК. Пробуем заблокировать телефон. Разблокируем. Он просит у нас пин-код. Раз, два, три, четыре. Мы такой ставили. Нажимаем галочку. Разблокировался, правильно? Но можно также разблокировать и без пин-кода. Для этого прилаживаем палец сюда. Вот, видите, разблокировал. Пробуем еще раз. Все, сам. То есть, да, обычно так для него нужен пин-код. Но мы нажимаем на сканер, и он его разблокирует. Спасибо большое за просмотр этого видео. Напишите что-то в комментариях, если вам помогло это видео, если было интересным. Также напишите что-то хорошее своему другу о нас. И подпишитесь на наш канал. До скорых встреч!